Прицелиться из настоящего боевого оружия, задать интересующие вопросы и даже примерить на себя специальное снаряжение. Все это могли сделать студенты Брестского государственного университета имени Пушкина еще до начала мероприятия, приуроченного к юбилею вооруженных сил страны. Такую возможность им предоставили его организаторы, военнослужащие 38-й бригады. На протяжении 2 недель мы уже побывали во многих учебных заведениях, средних школах, были в колледжах. Вчера побывали также в городе Пружаны с целью пропаганды, в первую очередь, это службы вооруженных сил. Ну и, конечно, сегодня мы будем говорить о патриотизме, о мужской доблести и чести. Это очень важно, потому что, конечно, в университете ведется системная работа в этом направлении, но когда приезжают бравые ребята и действительно своим примером показывают свою верность Отечеству, это, конечно, здорово. Студентам рассказали о преимуществах, которые получают все военнослужащие в нашей стране, возможности карьерного роста, заработной плате, раннем выходе на пенсию и льготах при строительстве жилья. Много было сказано и о самой 38-й бригаде, где служат десантники. Крылатая пехота покорила небо, но ей подвластны практически все стихии. В этот день ребята узнали о ее важном предназначении и задачах, полевых выходах и занятиях по боевой подготовке в условиях, приближенных к реальным, освоении вооружения и военной техники. Возможно, кому-то это поможет определиться с будущей профессией. Можно будет, в принципе, выбрать какую-то военную специальность или пойти на контракт, возможно, если кого-то это заинтересует. Просто срочную службу что-то узнать. Такие мероприятия у нас, на самом деле, довольно часто. Я думаю, это для того, чтобы, в принципе, поддерживать какой-то дух, любовь к родине. Я думаю, что это очень важно в наше время. Молодежь должна понимать, что у нас есть защитники, у нас есть на что опереться всегда. Завершилось мероприятие концертной программой, в которой приняли участие как студенты вуза, так и вокально-инструментальный ансамбль 38-й бригады. Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.